В воскресенье 21-го мая поклонники певицы Дианы Гурцкой узнали ужасающую новость. Скончался супруг исполнительницы, замглавы Миноборнауки Петр Кучеренко. Трагедия произошла накануне, 20 мая. Известно, что высокопоставленный чиновник летел с Кубы, где был в командировке. В какой-то момент в самолете 46-летнему Кучеренко стало плохо, и экипаж срочно посадил борт в минеральных водах. Тем не менее, несмотря на экстренные меры, прибывшим врачам не удалось спасти пациента. Причины смерти пока неизвестны. По предварительной информации, у чиновника случился сердечный приступ. Диана и Петр заключили брак в 2005 году. Спустя 2 года на свет у них появился сын Константин. Гурцкая, раскрывая, в чем секреты крепкого союза, говорила, что они понимают друг друга с полуслова. Муж всегда осыпал ее комплиментами, говоря, какая она красивая. Артистка признавала, что они с Петром мечтали еще об одном ребенке. Кучеренко же в одном из интервью признавался, что в жизни его супруга обладает строптивым характером, но это не помешало им прожить вместе 18 лет. Сами родственники и знакомые семьи шокированы произошедшим. Для звездной семьи внезапный уход Петра стал большим ударом. Певица буквально почернела от горя. Рядом с ней сейчас находятся самые близкие. Для Дианы Гурцкой наступает один из самых тяжелых моментов после гибели любимого мужа. Детали прощания с политиком еще неизвестны, однако уже ясно, что семью артистки не оставят один на один с тяжелым горем. Политик Роман Худяков отметил, что Министерство образования, где работал Кучеренко, поможет с похоронами, будут выделены деньги на необходимые траты. Позднее родственник артистки все же озвучил дату и место прощания с Петром Кучеренко. По словам Роберта, брата Дианы, траурная церемония состоится в среду, 24 мая, 12:00. Официальная церемония панихиды, Богоявленский кафедральный собор в Елохове. Затем переезд на Троекуровское кладбище. Потом похороны с учетом прощания, отметил он в личном блоге. Светлая память.